Великие животные. Кольцо принцессы. Вот такой аппаратик. 100 рублей вставляется. И там, наверное, игрушка, жвачка. У нас выпадает. Такой аппарат. Тут еще один. Тут браслет Шармани. Лизуны. Сумасшедшие змейки. Щенок в шкатулке. И конструктор. Стильное белье, сердечки, пупсики. Смотрите, какие баночки декоративные. У меня какая-то странная любовь к контейнерам в последнее время. Специи. Вот классно, кстати. Баночки. Это вообще 19 рублей. Бытовой. Ир, мы это еще посмотрим. Разбить яйца. Кончик ножа разбили желтого процента. Потому что приготовить яичницу в микроволновке. Рекомендую контейнер для завтрака. Слюнки. Для молока. Вот сюда пакет с молоком вставляется и его стоит. Потом есть вот такая вот штучка. Сахарница. Форма для льда. Слёнка. Вот тоже разные для льда. Это что? Контейнер для колбасы. Пароварка для свечек. Сюда видно, вода заливается. Нет, не используется.
порошками здесь пахнет, ужас. Одеяло. Из магазина. Смотрите, какая стоит рядом машинка. Компания Мишель К. Все для зоомагазина ветеринарной клиники. Смотрите, какие корма симпатичные. Я не знаю, конечно, какая у них стоимость, но выглядит очень даже так приятно, да, скажем так. Для самых родных родные корма РФ. Видите, для кроликов, для свинок морских, для попугайчиков разные, корм для средних попугаев, для волнистых, для собачек и вот внизу для кошечек. Не знаю, зайду на сайт, посмотрю, какой у них ценовой диапазон. Но рекламная кампания приятная. Мне, например, вот меня она заинтересовала. Очень так сделано. По-родному. Выезжаю с магазина. Людей сегодня много в магазине, потому что пятница. И время уже получается 3:30. Все, я еду в сторону дома. Впереди у меня завтра, послезавтра два насыщенных рабочих дня. Я люблю работать в выходные дни, потому что машин мало, можно большее количество мест доехать, успеть. Особенно с утра пробок вообще нету. Дело за малым. Вот видите, туда пробка стоит, да, на Домодедово все стоит. Мы выезжаем в сторону нашего села. Пятница, до сих пор страшный день. Страшный день, потому что все дороги стоят. Все еще народ едет за город. Но это и нормально. Нужно теперь уже готовиться к зиме. Укрывать дачи, там, засобирать урожай. Куча-куча разных всяких дел, которые нужно успеть сделать до зимы. Все, на этом я сегодня попрощаюсь. Хорошей всем пятницы. Ну и, конечно же, хороших выходных. Куда без них. Пока-пока.